Современные технологии в помощь. Сотрудники милиции, используя смартфон, помогли мужчине выбраться из леса. Житель Солигорска приехал в Житковичский район за грибами. Увлекся, зашел вглубь леса и найти обратный выход к своему автомобилю уже не смог. Как только появился сигнал сотовой связи, мужчина сразу же набрал спасателей, а те, в свою очередь, передали информацию милиционерам. С грибником удалось связаться. Ему предложили установить навигатор на мобильный телефон. Объяснили, как ввести необходимые координаты, чтобы выйти на ближайшую дорогу. Там его встретил милицейский экипаж, после чего отвез к месту парковки автомобиля.